То есть будет ли здесь сидеть, да? Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас в стенах библиотеки Достоевского на заключительной лекции цикла «На пути к идеальному городу», подготовленном для нас специально Александром Николаевичем Калантаем, заместителем генерального директора Института генплана города Москвы. Некоторое время назад Высшая школа урбанистики, Институт генплана задумал цикл совместных мероприятий. И вот в рамках этого цикла Александр Николаевич специально подготовил для нас презентацию трех градостроительных кейсов Мюнхена, Вены и Праги. Два из них уже были представлены ранее. Также данная презентация была ранее показана в Институте генплана. И сегодня мы очень рады послушать и увидеть третью лекцию, лекцию, посвященную городу Мюнхену. И, наверное, я больше не буду задерживать, потому что мы и так немножко отстаем. Регламент следующий. Где-то час, час 15 на лекцию, и потом, чтобы осталось время, поскольку 10 часов нам не необходимо будет отсюда постараться вовремя выйти, пока нам не отключат свет и все не выключат. Вот. И где-то 15 минут на дискуссию, на вопросы, которые у вас возникнут после лекции. Спасибо большое. Спасибо. Уже работает. Добрый вечер. Спасибо за представление. Вижу, многие лица знакомы, так что мы уже не первый день здесь встречаемся, и в институте тем более. Действительно, курс был сначала предназначен для практикующих урбанистов, архитекторов, затем он переделан для этой аудитории, для более широких, что называется, кругов, и сделан акцент на определенную интерпретацию того, что может приближаться к идеальному городу. Вот, собственно, три этих города не случайно взяты, они очень близки по истории, по определенным закономерностям развития, по подходам. Вместе с тем это разные культуры, разные страны. И самое интересное в этом, в чем нюансы? В чем принципиальные нюансы, которые заставляют между ними проводить некую линию? Это как наши не ежа и ужа. С одной стороны, они все время хотят быть близки к друг другу, а с другой стороны, хотят делиться, потому что они самостоятельные. И вот на этих нюансах строится понимание специфики и, собственно, урбанизма. Итак, как и на предыдущих, коротко, в чем состоит смысл этой идеальности, почему, собственно, взяты эти города, кроме той истории, которую я уже обозначил. Безусловно, это не случайно. В мире очень много городов, которые можно изучать, принимать какой-то опыт. Но специфика подобранной тройки состоит в уникальном совершенно балансе размеров этих городов. Именно размерность является главным предметом нашей с вами работы, как урбанистов, архитекторов. Мы учленим, складываем, делим, назначаем функции, назначаем смыслы. Но все в любом случае это некое физическое пространство. И это физическое пространство описывается принципиально двумя вещами. Мы знаем это из математической топологии. Описывается многообразием. Многообразие элементов, многообразие функций, многообразие населения, веществ и так далее. И вот это многообразие, собственно, обеспечивает некий смысл существования. А с другой стороны, это многообразие должно быть доступно. Оно должно быть связано.
И тогда его можно, грубо говоря, потреблять, понять, что это на самом деле есть многообразие. И вот города, которые находятся по центру этого слайда, это вот такие миллионники, условно называю, именно столичного типа, потому что мало быть большим городом, надо еще хотеть, чтобы тебя замечали, чтобы ты отличался от других, чтобы ты был красивым. А столицы не всегда, знаете, как невеста, они должны быть красивыми, туда должны приезжать, мир их должен любить. И вот поэтому мы не случайно сопоставляем такие столичные города. Как они одеваются, почему они одеваются так, кому не нравится, кому не нравится, и как живут. А справа и слева это то, что не попадает в эту когорту миллионников, но это не критично. Мы знаем, как с этим работать, как малые города формируют целую систему расселения и входят в состав агломерации, прекрасно выживают. Ну и мы знаем, что Москва тоже не жалуется, она попадает в баланс мегаполисов. И ее спасает, естественно, то внутренняя расчленность, внутренний полицентризм, который, дополняя друг друга, собственно, позволяет обеспечить некую связность. Связность в рамках разумной доступности, естественно. И вот в самом низу вы видите три таких основных определения идеального города. Нам надо их как бы фиксировать в процессе этой лекции. Первое, то, что я сказал, многообразие, помноженная на доступность. Второе, город должен обязательно меняться. Любой из рассматриваемых городов в течение 50 лет меняется, и в этом особенность. Я уже говорил, что хочется не того, что есть, а того, чего нету. Поэтому обязательно должна быть определенная смена, некая интенция развития. И, собственно, мы этим занимаемся с вами, прогнозируем будущего. И третье, если город не инклюзивный, не антропометричен, имеется в виду, в него не встроен человек с его моторикой, с его способностями передвигаться на определенные расстояния, но в определенных бюджетах времени. То есть это, собственно, вот этим движением он и меряет это пространство, и оценивает связанность, удаленность. И если это мы меряем скоростью метрополитена или скоростью железной дороги или автомобиля, то структура человека, встроенный в город, умирает. Он становится автомобильный, и все модные изыскания идеальных городов после военного времени были на этом построены. Со временем эту ошибку признали специалисты. Итак, от общей теории к выборке трех столиц вы видите типичные признаки этих пилотных проектов. Мы еще раз пройдемся по тому, как они устроены, и видим, что есть определенные закономерности именно размерного плана и в плане их внутренней транспортной доступности. И что характерно, все эти города обязательно порождают агломерации. И мы видим на Мюнхене, какую он самую, пожалуй, крупную агломерацию из этих трех породил, тесняясь в своих административных границах. И никого это не смущает, что ему тесно, никто не пытается там сдвинуться вправо, влево, вверх, вниз. Он прекрасно выжимаясь внутри живет, а вокруг него шикарно функционирует там 5-миллионная агломерация. Они дружат. И это, естественно, благодаря каким-то разумным системам планирования, разумным подходам к тому, что является, собственно, реальным городом. Где же находится этот Мюнхен? В Германии. Вот на этом слайде вы видите интересную картину развития городов этой страны за последние 10 лет. Красным цветом обозначены те территории, те города, из которых исходит, отъезжает население. А зелеными те, в которые приезжают. И совершенно несложно увидеть, что, к сожалению, Восточная Германия очень сильно проигрывает Западной. И Мюнхен, видите, очень благоприятная ситуация на юге находится, все вокруг нее зелененькое, да и он сам там зелененьким треугольником успешно отсасывает германское и другое население, как с Германии, так и с других стран. Ну и вся западная часть Германии, значит, естественно, это Франкфурт в центре, внизу Мюнхен, Штутгарт, и на севере Гамбург. Вот они, эти лидеры. Ну а Берлин, видите, он как бы вроде вокруг Берлина что-то зелененькое, а внутри он все-таки
все-таки розоватый. Ну и считается Мюнхен третьим городом по размерам в Германии, это так для статистики. В чем же его особенности? Как я уже сказал, особая агломерация. Посмотрите, город 1,5 миллиона, а агломерация 5,5. С площадью, равной площади нашей большой Москвы. Он выходит из 10 городов с самым высоким уровнем жизни. И страна имеет прозвище «Таун», «Той Таун» и «Миллион Дорф», что означает «кукольный город» или «город миллионеров». Два таких специфических термина, которых используют, говоря о Мюнхене. Ну, почему первый? Потому что очень своеобразный масштаб этого города по отношению к классическим крупным городам Европы, Лондон, Париж и так далее. Ну а город миллионеров, понятно, высокий уровень жизни ведет, приводит к тому, что там концентрируется наиболее богатое население. Но по привлекательной инвестиции очень важный фактор, в 2013 году первое место среди европейских метрополий. Он, естественно, обходит и Вену, и Прагу в этом, ну и, соответственно, все другие города региона, уступая, может быть, Лондону только. Что интересно, в городе ежегодно регистрируется около 25 тысяч предприятий новых. Скажем, ну с ума сойти, как это может быть? Ну а потому что 20 тысяч, наверное, заряется. То есть там постоянно идет совершенно уникальная статистика. Ну, это действительно малые и средние, в основном малые предприятия. Все время идет развитие. Значит, разорение это не значит просто разорение и кризис, это значит формирование, некое развитие с точки зрения деятельности, с точки зрения ориентации этих предприятий. И вот этот цикл, цикличность все время позволяет обновлять кровь этого города. Один из последних девизов урбанистов Мюнхена и департамента планирования – это градостроительство как процесс. Вот это сейчас довольно модное слово – создание гибкой структуры, которая адаптируется. Но мы с вами посмотрим, что, собственно, этот город замечательно прошел через довольно жесткую структуру планирования, заложил такой очень серьезный каркас, костяк, что позволило ему теперь говорить о неком гибком процессе, к которому мы тоже потихоньку будем приходить, наращивая внутренние мускулы и правильный каркас. Очень интересные 8 стратегических приоритетов Мюнхена. Я даю это в начале, именно чтобы поняли, почем специфика менталитета руководства города, администрации, жителей, потому что вся политика разрабатывается совместно. И очень интересный текст. Текст на русском, естественно, он с немецкого, там, с английского переведен, но как бы он ни переводился, давайте посмотрим, как они формулируют свои цели стратегические. Ну, первое – развитие личности. Ну, кто против? Мюнхен создает условия для развития личности. Замечательно. Город поддерживает жителей так, что они могут реализовать свой потенциал и воспользоваться всеми возможностями. Ну, кто вы? Возражал. Пределы роста и глобальная ответственность. Мюнхен учитывает при проектировании условия жизни людей Мюнхена особенности глобальной экосистемы и принимает на себя ответственность за сохранение природных основ жизни. Вот этот, он берет на себя ответственность за сохранение природных основ. Не просто говорит, давайте сохранять зелень. Любые нарушения, любые экологические катастрофы, мы отвечаем за это, а поэтому мы в своей документации очень серьезно этот вопрос прорабатываем. И вы увидите, что это не слова. Третье, центр сильно привлекательного региона. Ну, вы уже видели. Он говорит, ну, это центр сильно привлекательного региона, реализует свои полномочия в партнерство с местными органами власти, а также в столичном регионе. Вот это уникальный случай, это столичный регион. Мюнхен не является столицей. Но он завоевал право, формировав вокруг себя регион, который административно сформирован и называется столичный европейский регион. Когда я впервые это услышал, вздрогнул, спрашиваю, как это вы можете так, вот там Берлин у вас сверху. Вот так вот у нас европейский столичный регион. Не случайно, может быть, не случайно, может быть, это преемственность послевоенного Мюнхена. Мы тоже это посмотрим, когда Мюнхен назывался секретной столицей Германии. Четвертое. Обмен солидарностью. Мюнхен вносит вклад в решение глобальных проблем совместно с городами региона в стране и за рубежом. И это действительно, он очень международный город, большая доля там иностранцев и международных инвестиций. Разнообразие творчества и инноваций.
Мюнхен оценивает необходимость социально-экономического, культурного, субрегионального развития. Этому значительно способствует качество среды, облик города, что создает хорошие условия долгосрочного инвестиционного развития. Опять это не пустые слова, увидим специфику, как это происходит. Интеграция общества. Мюнхен обеспечивает необходимую интеграцию общества, противодействуя существующему и растущему неравенству. Он это осознает, поскольку город богатый, естественно, там расслоение будет. Город стремится сбалансировать различные, порой противоречивые интересы городского общества в целях общего устойчивого развития. Ну, конечно, эти декларации были доводы кризиса беженцев. Сейчас, наверное, тяжелее все это увязывать, но они не отказываются от этих призывов. Седьмое. Мюнхен, учитывая свою историю и традиции, город стремится к открытости, чтобы самосовершенствоваться и обладает мужеством, чтобы пробовать новое решение. Вот смотрите, как построена фраза. Самосовершенствуется и обладает мужеством, чтобы пробовать. То есть, ну, как бы страшно, что-то там новенькое. Нет, давайте этим заниматься. Давайте. И вот эта инновационность пронизывает этот город очень серьезно. Ну и выявление привлечения равенства Мюнхен поддерживает идентификацию, вот смотрите, идентификацию его жителей с окрестностями города, как единого региона. Мюнхен обеспечит для всех граждан равные возможности для участия в развитии города и способствует гражданской ответственности. Вот эта идентификация с регионом, с окрестностями, тоже не пустые слова. Почти любой Мюнхен, если вы спрашиваете, что там ценного в Мюнхене, кроме города, называют окрестности. Без окрестностей, без пригорода, они не воспринимают вообще свой город как целостность. Итак, мы много говорили о инновациях, о экономике, о специфике. Давайте с экономики начнем, пройдем быстро. Итак, обратите внимание на структуру занятых. 11,9% это, собственно, производство. Все остальное это обслуживание. Итак, мы фиксируем 88% сферы обслуживания различные, и только неполных 12% это производство. Но что это производство делает? В этом производстве сидит определенная креативная экономика. И вот квадратиком выделен Мюнхен. Доля всех занятых в инновационной экономике. Если их все сложить, получается почти 30% всех трудовых ресурсов. Я обращаю внимание, что вторая позиция – это архитектура. Часто как-то мы говорим, ну там это биология, там IT и так далее. Архитектура – это инновационная деятельность, коллеги. А, скажем, в Штатах сейчас, в столичном регионе, 12% занятых в архитектуре и инжиниринге. И это формирует серьезную экономику столицы американской и в целом штата. Поэтому тема унификации, которую сейчас поднимает Министерство строительства, типизация, возвращение к типовым проектам, это категорически режет вот эту инновационную составляющую, считаю, архитектуры и инжиниринга. И обратите внимание, что именно по архитектуре очень сильно Барселона лидирует. 1,5% – самая большая доля. Ну и Милан тоже, конечно, славится этим, знаете, в какой сфере. Очень специфически ведет себя креативный класс. Что это за население? Вообще, какие предпочтения, коль скоро они такую серьезную долю занимают в городе, как они себя ведут, где они селятся и что для них интересно в городе? Вот справа слайд, который говорит о предпочтениях проживания этого креативного инновационного класса. Более темный столбик – это особо высококреативные индивиды, а светлые – это просто квалифицированные, высококвалифицированные личности. Так вот, обратите внимание, что на более креативные, как правило, в центре селятся или около станции метрополитена, скоростного транспорта. Это первый и третий. А вот эти квалифицированные, они потихонечку так и в центре, и в серединке, и потихоньку уходят, как говорится, скромно на периферию. О чем это говорит? Не о том, что они просто богатые покупают. Для них важна среда. Среда центральности, среда общения, взаимодействия, и поэтому они там не богатые квартиры приобретают, небольшие, но вот это пространство центральности сейчас становится очень существенным, это происходит во многих городах Европы, когда вот этот новый креативный класс резко перемещается в центр. Кстати, особо это в Финляндии заметно.
Что для них наиболее интересно в городской среде, в окружении вот этим людям? И как ни странно, именно 64%, 65 почти составляет countryside, то есть это пригород, качество среды пригорода является наиболее существенным для вот этого креативного класса, который живет в центре, а говорит, что а мне наиболее интересно не среда центра, а периферия. Это такая вот оппозиция, которая очень важна в этом городе. На втором месте что стоит? На втором месте стоит рекреация, то есть здоровый образ жизни, отдых, развлечения вот такого спортивного плана, это второе. Третье – это близость к Альпам. Что такое близость к Альпам? Это горный воздух, это лыжи, это опять же спорт и так далее. То есть это очень активно такой среднего возраста, молодые люди, которые определяют во многом экономику и которые задают определенные ориентиры в урбанистике этого города. Ну и в целом, мне надо сказать, это типично для Европы. Итак, мы заметили, что все неполные 12% составляет индустрия Мюнхена. Так вот, 80% индустрии идет на экспорт. Собственно, за счет этого этот город обгоняет по темпам практически все города Европы. Оборот разных сфер производства, ну, все знаете, что там BMW производится, там электроника, там биохимия, компьютерные технологии, там космос, там все что угодно высокоточное. Siemens там штаб-квартира и так далее. И подтверждением этот слайд. Локализация аэрокосмических компаний в метрополитенском регионе Мюнхена. Мюнхен-то маленький-маленький в центре, вы видите. А все вокруг облеплено, и в агломерации, в прилегающих районах, это все вот эта инновационная экономика, инновационная промышленность, которая, собственно, и делает успех этому городу. Ну и это, честно, за счет чего достигается самый высокий уровень образования в этом городе в сравнении с другими городами Германии. Есть для этого кадры, есть для этого университеты и тому подобное. Итак, коротко пройдемся, в чем специфика планировочная, градостроительная. Коль скоро такая среда, с этим мы разобрались. Жить хорошо, ну а что за пространство? В чем оно, как мы говорим, идеально? В общем-то, идеального ничего нет. Это вот такая вот плоскость, немножко приподнятая на юг к городам Альпам. Разрезается речкой Изара и, собственно, отдельными тальгами, оврагами и еще небольшими речками. В общем, плоскость в сравнении с Прагой, конечно, ничего выдающегося. Немножко похоже на Вену, только в Вене горы находятся с запада, и туда поднимается рельеф, ну а здесь он на юг. И вторая особенность – это наследие после войны, когда вокруг этого города 5 аэродромов собралось. Они были военные и гражданские, естественно, у них есть планировочные ограничения. Они тут город зажали тисками, он не мог ни вправо, ни лево, ни вверх, все. И вот, как ни странно, это наследие до сих пор осталось. Они вот так и не идут ни вправо, ни влево, а на месте аэродромов, конечно, уже формируется новое поселение, новая застройка. Вот этот кадр расшифровывает феномен этого города. В общем-то, он плоский. Если вы по нему ходите, там не увидите таких особых силуэтов. Он плоский. Это повторяю, не Прага. Но почему тогда не строят высотные здания? Почему здесь сити? Оказывается, для Мюнхена самым важным является вид на Альпы. Вот этот кадр это показывает. Не дай бог закрыть какими-то зданиями, какой-то застройкой, вот этот шикарный вид на гористую часть Альп. Конечно, они далеко, не всегда они видны, но для них это ценность абсолютная, за которой будет стоять насмерть. И хотя город был почти полностью разрушен в 45-м, они точно такой восстановили, и вот на этих всех картинках запрещают. Поэтому главный памятник истории и культуры здесь оказывается за пределами этого города, это те самые горы. Но это не просто горы. Вот сверху видите такой замок. Этот Шванштайн замок, который построил Людвиг II, это последний король Баварии из рода Витцельбахов. Романтический такой король, который занимался архитектурой. Он сам этот замок в том числе проектировал, он целый ряд замков спроектировал, он в них жил. Там и умер, может его и задушили.
потому что разорил страну строительством замков. Но в результате, как вы понимаете, этот замок использует известная компания в качестве своей заставки американская. То есть это одна из главных достопримечательностей. Поэтому любой вид на Альпы всегда ассоциируется, а там находится этот замок. И там еще одна ценность. И там этих замков, по-моему, 5. Это один из выдающихся маршрутов Мюнхен и Альпийские замки. Так же, как в Праге Градчаны является уникальным комплексом, в Вене, как вы понимаете, старый город Римштрассе, вот то, что я вам показывал, является уникальным своеобразием города Мюнхена. Да, Мюнхен – древний город, еще он входил в состав Баварии, которая в X веке простиралась до Средиземного моря, имела границы, она включала и часть нынешней Австрии, даже часть Италии. Венеция входила в состав Баварии, земли Баварии. Это было определенное графство. Вот 18 век она вошла как столица определенная, а в 840 году это уже было королевство. Королевство и со всеми привилегиями. И только в 1871 году Бавария вошла в состав Объединенной Германии, Германской империи. Всегда нам кажется, что она вечно была. Ничего подобного. Это было самостоятельное государство, своя страна очень долгое время. Она самостоятельно сотрудничала, дружила с другими странами. И только в 871 году была включена в вот этот Германский союз. Ну а 45-й год известен результатами Второй мировой войны, бомбежка этого города американскими союзниками, которые практически выгладили этот город, оставив только вот Фраукирхе. Ну, немцы, как правило, американцы старались не бомбить костелы, соборы, а все остальное застройка была уничтожена. Ну и население практически более чем 2 раза было уничтожено. Ну а видите, внизу это все было воссоздано. Я конкретно видел все чертежи тех домов, которые были уничтожены. Шикарная кадастровая информация, и по всей этой кадастровой информации точно так все было восстановлено, все эти квартиры, эти фасады, эти здания, этот облик, как это было до войны. Это было просто потрясающе. Ну и, естественно, та фишка Мюнхена, компания BMW, основной завод, который там находится, разрабатывает эти автомобили, и не только. Итак, пройдемся по генпланам, которые остались, которые действительно можно назвать генпланами и которые повлияли на сегодняшний день. Один из таких первых генпланов принадлежит, что называется, руке перу Гитлера, 1938 год. Специфика была в том, что в 1919 году, собственно, королевство Бавария закончило свое существование вместе с немецкой этой, значит, империи. Развалился, как вы помните, тогда и Габсбурги, развалилась Россия. Все страны развалились после Первой мировой войны. Катастрофа была страшная. И вот этот маятник от монархии коснулся в направлении коммунистического развития. И одна из первых таких коммунистических стран, городов, был Мюнхен. Это просто поражает. Именно там была первая Баварская Советская Республика, которая посуществовала аж 2 месяца. Ну, потом ее, естественно, каким-то образом уничтожили. И маятник опять качнулся. Итак, из монархии, значит, в такую вот народную демократию, почти анархию, в авторитаризм фашизма, который в 19 году уже стал зарождаться, именно потому что вот эти красные спровоцировали формирование вот этого фашизма. Понимаете, какой парадокс? Парадокс нашей жизни, парадокс вот этого маятника. Ну и дальше Мюнхен знаменит тем, что там собрались все основные страны, Франция, Англия, Великобритания, Франция, Италия, Германия, и был подписан известный Мюнхенское соглашение. Чехословакия пострадала, отошла Германии, и Австрия была присоединена также к Германии. Она была до этого самостоятельная. Ну и фюрер занялся архитектурой,
поскольку он все время пытался, за это он, кстати, не любил Вену, что она его не приняла в свои академические ряды, он там работал, хотел и архитектурой заниматься, и искусством, не получилось. Ну и вот как раз два этих города, между которыми он метался, Вена и Мюнхен, была первая попытка реформировать центр Мюнхена по идее фюрера, ну, его главного архитектора Шпеера. И вы видите, правый слайд внизу, вот эта белая гигантская полоса с двумя площадями в начале и в конце, это главная идея пляца, который не был реализован в Мюнхене. Но если вы съедете в Нюрнберг, вы увидите реализацию этого. Вот там удалось реализовать этот пляц, и там, собственно, маршировали нацисты. Они в меньшей степени здесь это делали, но это тоже было. И вот эта гигантская ширина, 200-метровая, может, даже больше полоса, длиной там более километра, вот это главная фишка. Но фюрер подсмотрел идею у Вены. Если вы вспомните Вену, где находится главный их вокзал, он находится, вот если брать план Вены, вот в этом месте. Он в самую историческую часть Вены не входит. И фюрер предлагает, давайте мы, вот существует связь, мы обойдем город железной дорогой, а на месте существующего главного вокзала, главной это сортировочной станции, сделаем новый центр. Абсолютно интересная идея, мне очень понравилась. И до сих пор архитекторы бьются, как реанимировать вот эту гигантскую полосу железной дороги, интегрировав его с историческим центром. Но не удалось это реализовать, хотя в Вене это функционирует, и там сейчас идет, кстати, очень крупная реконструкция этого Хаубанхоф главного, который вот находится где-то планировочно вот где-то в этом месте. Следующий предгенплан 1958 года, это было очень интересное время, когда начал работать план Маршалла, гигантские инвестиции американские в европейскую экономику, и за счет чего в течение 10 лет фактически после войны Германия стала на ноги и стала обгонять даже передовые страны. За счет чего? Она использовала опыт времен войны, когда она построила весь частный бизнес, частную экономику в государственных целях. То есть это вариант, в кавычках, видите, социального рыночного хозяйства. То есть оказывается, можно рынок рынком управлять. И вот этот эффект управления частным рынком прекрасно использовал премьер-министр, руководство Германии и достиг больших успехов. Ну а Мюнхену особо повезло. Мюнхен курировал Соединенные Штаты. Знаете, все города и регионы Германии были поделены на контролируемые зоны. Вена 4 страны контролировала, в том числе Россия. А вот Бавария и Мюнхен только США контролировала. И, собственно, потихоньку-потихоньку этот город стал лидером и вот той самой секретной столицей Германии становится. Наверное, естественно, не без помощи Соединенных Штатов и их технологий. Ну а как вы видите, как было главное железнодорожный вот этот вход в город, так он остался, и идеи фюрера не реализовались. Эта схема показывает все основные генеральные планы, основные работы, которые проводились от первого генплана до последнего. И что интересно, собственно, реальный генплан в нашем понимании, в советском понимании, он закончился вот в этом 83-м году, в том составе, в котором немцы называли генплан. После этого поменялось законодательство, и они уже не говорят генплан, говорят land use фактически. Но по составу там четко разделяется обосновывающая утверждаемая часть, но утверждаемая это уже не генплан, а утверждаемая это прежде всего land use. Что-то такое, что мы называем ПЗЗ, право землепользования застройки. Пытаясь разобраться сегодня, что это такое у нас. А после этого начались стратегические планы, концепции, схемы, то есть такое мягкое развитие, гибкое развитие без жестких государственных программ, которые были после войны, и, собственно, они были во всей Европе. В основном все градостроительство финансировалось государством,
реорганизация городов вносит это государственные программы, что в Великобритании, что во Франции, что в Германии. И вот эта традиция мощного государственного управления градостроительством, она потихоньку уменьшалась, уменьшалась. И вот, повторяю, 83-й год, это был последний генплан, где государство все вопросы фактически решало на территории самостоятельно. И вот один из предпоследних таких генпланов был разработан под руководством мэра Мюнхена Ханса Вогеля, очень прогрессивный мэр, почти урбанист. И он, собственно, развивал идеи, самые современные в то время, вот этой полицентричной структуры города, экономических колец, известных в экономической географии, где он четко выделял ядро города, центральную часть, срединный пояс, периферийный. Но при этом, вы видите, на периферии целая совокупность классических районов и микрорайонов, которые в каждом учебнике того времени были, которые были разработаны англичанами и применялись и в Советском Союзе, и, соответственно, в Германии, потому что все жили по одним и тем же книжкам. Специфика всех городов, которые я показываю, в том, что исторически все там концентрировалось в центре. И вот слева слайд населения, справа рабочие места. Идеальные пропорции. Все рядом. Живу, работаю, а на периферию потихоньку все это уменьшается. То есть концепция многообразия связанностей в идеальном виде уже заложена была в этом городе. Исторически. И вот все исторические города, которым не очень мешали умные урбанисты, они развиваются очень устойчиво и очень идеально. Пока не приходим мы. Морфология города, морфология недвижимости. Немцы в 60-м году провели ту задачу, которую мы пытаемся решить, классифицируя морфологически территории. Вот они выделили два принципиальных класса. Некие замкнутые кварталы, то есть плотная застройка в центральной, там, срединной части, и свободная открытая застройка, или индивидуальная, или свободно расположенная. И вот в этой уже морфологии были заложены и плотностные, и регламентные требования, и образные требования, которые очень важны были для этого города, а также высотные параметры. Вот эта дихотомия, которая известна в Новой Москве у нас, она вот успешно была применена и до сих пор работает. В том же году была сделана концепция состава генплана «Город-регион». Слева концепция развития городов-сателлитов, новых городов. И что характерно, справа вы видите, все это окучивается обязательно зелеными поясами. И все это развивается исключительно на линии железнодорожного транспорта. Пассажирского транспорта. То есть не просто автомобильных дорог, не просто вот сплошным поясом вокруг города, а в определенных местах, в определенных узлах и на определенных осях. Ну, просто социализм. Ну, тогда он там и был, собственно, в этой сфере. Общественный транспорт очень важен. Это понимали немцы. И когда город к этому сроку достиг миллиона и больше, надо строить метро. Это было в то время аксиома. Все стремились в города получить миллион жителей в Советском Союзе. Ты получаешь сразу право строить метро. Но они очень специфически подошли. Вот в 63-м году, слайд слева, было заложено 4 линии. Но если вы смотрите, там какое-то сумасшедшее количество линий. Потому что немцы используют систему вилок. Не одна линия сплошная от начала до конца, а на периферии она расходится в виде вилок. Ну, что это позволяет? Это позволяет дешевле, больше охват обеспечен на периферии, потому что, естественно, в центре плотность выше, на периферии меньше, но охват тоже меньше. И вот система из, уже справа себе посмотрите, 6 линий, которые в 3 основные, в 3, фактически здесь 3 линии метро, которые формируют одновременно 6 линий. И они все интегрируются и охватывают территорию, что называется, по максимуму. Но специфика такого подхода к метростроению только в том случае, если интервалы внизу вот написано 5-10 минут, то есть 5 минут. Если интервал будет 2-3 минуты или там 1 минута, это становится уже опасно в системе вилла. Ну, думаю, что сейчас нет, это ж Siemens, он там заложил электронику и управление, не на глаз
машинист депо, там машинист метро водит, там управляет электроника, никто не смотрит, что там впереди находится. Поэтому точность абсолютно, и никаких столкновений и происшествий в этой системе до сих пор не было замечено. Итак, как же основной чертеж выглядит? Выглядит очень специфически. Напоминает нечто между генпланом и ПЗЗ нашим, где, видите, зарезервированы есть функции, но зарезервированные участки, это прежде всего серый цвет, для объектов называется городского регионального значения, как мы сейчас говорим в ПЗЗ. И никто не имеет права здесь что-то другое разместить. Кроме того, что здесь, естественно, была развита концепция микрорайонов-районов, если вы посмотрите на красный цвет, то увидите, что он не просто формирует какую-то среду, он формирует какой-то центр и растягивается по осям основных улиц. То есть он формирует каркас. Это значит уже не просто точная система районов-микрорайонов, это некая связанная, интегрированная, более современная концепция городской среды. Итак, последний настоящий генплан, вот это вот титульный лист альбома этого года, 83-го, который включал вот такой набор чертежей, которые в советское время мы все делали, и в Германии все это делали. И, в общем-то, это все было полезно. Можно и сейчас все это делать, и мы это делаем, но это все уходит в основном в обосновывающий материал. Слайд сверху, слева. Что это такое? Сейчас мы до этого не додумаемся. А на самом деле это реорганизация трудовых ресурсов. Вот они сделали два таких слайда, которые показывают. Первый слайд показывает, какие предприятия в каком объеме должны с этих территорий уйти, имеется в виду к КАДу, то есть к кольцевой дороге, за кольцевую в регион, в срединный пояс. А второй слайд вот с таким же цикличным делением рассказывает, сколько офисов нужно в том или ином месте и сколько земли под это надо зарезервировать. То есть, ну, абсолютно государственный подход к частному бизнесу. То есть мы планируем частный бизнес, рассказывая, сколько офисов класса такого-то надо разместить в этом месте и сколько метров им надо дать. Представляете, в рыночной экономике вот такой подход. Тем не менее, это в 83-м году было абсолютно нормально. Ну, а про нас уже нечего было говорить. То есть они довольно жестко не только расселяли население, но и управляли трудовым ресурсом. Значит, это возможно. Такие законы были. Второй слайд совершенно очевидный. Это полицентричная система, которая первая возникла в этом году. Первый круг центров, который разгружал историческое кольцо. И периферийный круг, где-то в 8-километровом удалении, естественно, работающий на периферийный район и на регионы. Распределение жилья. Не просто так разбросано, где сколько мы должны квадратных метров построить, причем, опять же, сколько, два класса там было, индивидуальный сектор и многоквартирка, абсолютно как у нас. И вот здесь этот слайд маленький, если вы видите, это секторное, про них кольцами показали, секторное деление, почти как у Москвы. Есть центр и сектора юг, север, восток, запад, север, юг, и по этим секторам распределялась функция и жилищное строительство. Очень точно планировалось, сколько где надо разместить объектов соцкультбыта, в каких местах, и мест предложения труда в конкретных уже районах с резервированием этих участков. Ну, про зеленый комплекс нечего говорить, это всегда была фишка их. Обязательным составляющим было исследование состояния территории и выявление территории реорганизации, сохранение, преобразование. То, что, к сожалению, мы сейчас только обозначили как важное в концепции комплексного развития в ПЗЗ. Это, собственно, вот это и есть. Вот на этом слайде показывается, какие территории должны поменять инфраструктуру, где-то что-то снести, что-то появиться, и на это надо разрабатывать эти проекты планировки. И это является важной составляющей генерального плана. Слайд, где находится рука, это слайд исторический. Исторические зоны, и что, обратите внимание, интересно, кроме того, что историческая часть концентрируется, как правило, в центре, вот все поселки вокруг также имеют исторические корни,
и также охраняется. Тем самым любой периферийный район – это не просто микрорайон безликий, это район, который имеет свои корни, свою историю, и в новом строительстве это обязательно поощряется. Про метрополитен мы уже с вами говорили. Естественно, концепция УДС прикладывается. Дальше слайд, который тоже в советские времена мы делали, сейчас это очень условно, но это абсолютно точное распределение детских садов в городе. Каждый участок прописан, это городской собственности или это частный детский сад, какой он там емкости, в каком районе находится и т.д. и т.п. А вот этот слайд – это школы. Причем у них школ там, наверное, штук 7 разных видов. Разные, во-первых, категории, начальная, средняя, там, колледжи, во-вторых, опять же, частные, государственные, во-вторых, специализированные. И все это абсолютно точно размещалось. То есть, вы можете представить, насколько буквально был спланирован город. Естественно, что где-то они наталкивались на типизацию и поняли, что таким путем идти нельзя, что это ведет к однообразию, что все-таки вот это планирование сверху не всегда учитывает потребности внизу, и потихоньку-потихоньку начали от этого откатываться. Ну и последний слайд, это, естественно, оригинальная концепция города и окружения. Все время это делалось и до сих пор делается в этом городе. Ну и в завершении, собственно, что получилось из этих генплановских работ, сформировалась четкая компактная зона Мюнхена. При всем при том, что он такой довольно рыхлый, выделяется вот эта компактная зона 8-9 километров, за которой начинают просто уже формироваться отдельные выбросы в регион. Это я прошу фиксировать, что вот эта цифра физической этой реальности обязательно присутствует. И она расшифровывается совершенно четко вот в этом слайде полицентричной структуры. И именно вот на этих границах, вот этой удаленности, как раз немцы размещают основные пациенты регионального значения. А центральная часть укладывается та же, как в Вене и та же, как в Праге, вот в эту 4-5-метровую зону компактной доступности. Транспорт. Интересная тоже традиция, тоже закономерности мирового европейского движения. После войны все болели лондонским генпланом Аберкромби с известными хордами. Этим же болел и Москва в 1971 году, этим же болел и Мюнхен. И в Мюнхене заложили две хорды, чтобы спасти центр. Вот он ведет в эту сторону Альп, а и второй, этот секущий, здесь. Ну, естественно, заложили классическое кольцо, классический кат. Но это было в 63-м, а в 83-м больше от этого осталось. Осталось кусок кольца, потому что вот в этой части, так же, как вы помните, в Вене, не пустили жителей в эту территорию строить это кольцо, замыкать. Как не убеждали федералы, как не убеждали баварцы, что это важно, не пустим, там ценные земли, природный комплекс, там наши деревни, там бла-бла, там же рядом Альпы, не пустим. Все, и вот они вынуждены были оборвать здесь. Ну и не удалось им также пустить свои хорды, которые разрезали бы весь город транзитом и тоже беспокоили жителей. Им пришлось создать классическое кольцо среднее, распределительное, в которое входят эти магистрали внешние, а дальше, извините, уже совершенно другой класс. Ну и у них есть еще самая маленькая, центральная, наша садовая, которая фактически исторический город окаймляет. А внизу вы видите нынешнее состояние, вот эти скоростные голубые магистрали, вот они входят и умирают, и ничего страшного, дальше начинаются просто вообще городские магистрали, а дальше белые, это вообще распределительная сеть тихого, спокойного движения. Что в результате получается? Смотрите на левый слайд. Вклад магистрали в УДС. Вот там, где мы любим очень транспорт скоростной, вот такой уровень загрязнения, шумового и выхлопов. А там, где мы не очень любим, а любим пассажирский, посмотрите, у них центр зеленый. Наиболее чистый центр, где в любом другом городе, наоборот, всегда центр самый шумный, самый загрязненный, периферия чистая. Поскольку скоростной транспорт, наиболее активное движение на периферии, вот получается такая картина. И это при всем при том, что, естественно, Мюнхен заинтересован продавать BMW, и их должны покупать, это ж рубить сук, на котором сидишь. И вместе с тем они ищут баланс. Но они просто выводят BMW за пределы своего города. Их прекрасно покупают во всем мире.
Итак, что такое немецкое законодательство, почему оно такое интересное? Потому что, естественно, Мюнхен живет в этом законодательстве. Германия централизована, и Германия федеральная. Бавария исторически имеет отличие от всех других земель тем, что она имеет право конституцию иметь. Конституцию имеет земля. То есть один регион из федеральных земель Германии имеет право иметь конституцию, кроме того, что имеет конституция вся Германия. Но законодательство устроено следующим образом. Прежде всего, есть федеральный кодекс строительный, ну это как наш градостроительный. Затем к нему приложение по, собственно, административному управлению, по органам управления. Затем к нему следующее приложение – это регламенты использования территории. И, наконец, то, что мы называем градостроительные нормативы и строительные нормативы. Вот четыре этих закона на федеральном уровне приняты и действуют на всех землях Германии. Но каждая земля имеет право в развитии этих документов формировать свои вопросы. То есть, то, что мы говорим ПЗЗ, это прописано в отдельном законе и действует на любой документ. Неважно, это или вы генплан делаете, или схему какую-то, или проект планировки. Вот эти правила распространяются на все. И в этом простая очевидная логика. Неважно, я участок обвел и назначил регламенты и вижу его в реальности, или мой участок находится внутри крупного образования, имеет такие же параметры. Он все равно там незримо заложен. Поэтому принцип масштаба не важен. Важен принцип отношения к элементу планирования. И это, собственно, позволяет довольно гибко переходить из большого масштаба в мелкий масштаб и не противоречить вот этой преемственности. Как же устроено вот это регулирование, собственно, функционального использования, землепользования? Вот вы видите копию из этого кодекса, вот эта страничка, основные классы территорий. Посмотрите, жилые территории, территории смешанной застройки, коммерческой застройки и территории специальной застройки. Чего не хватает в перечне? Промышленность. Промышленность у них коммерческая сидит. Зеленки не хватает, совершенно верно. А почему не хватает? А не хватает, потому что зеленка незастраиваемая. То есть они сразу все природные территории изъяли из этих регламентов. И их вообще ничего рассматривать. Туда не ступи, тут же расстрел. Там можно только сеять, пахать и дышать. Понимаете? А законом, там совершенно другой закон. А строительный закон, видите, вот for building. Use for building, по застройке, то есть природная территория принципиально не предназначена, поэтому они не попадают в эту систему, и система работает только с территорией, на которых могут появиться какие-то здания. Но, опять же, но у нас есть там жилые, производственные, общественные, да, вот классическая триада. А здесь, видите, промышленных нету и общественных нету. Что это за классификация? А логика здесь другая. Дело не в том, что есть разница между общественным и жилым. Ну, конечно. Важно другое. Что между всеми жилыми разница в степени интеграции, разрешенной в это жилье. И в степени урбанизации этого жилья. В коммерческом застройке также самое важное. Это степень интеграции функций, разрешенность доли жилья и их расположение. Ну, в коммерческой, естественно, что это все виды мест приложения труда, плюс производство, которое классифицируется, прежде всего, по вредному воздействию, и ничего больше. И вдруг появляется специальное. Почему появляется специальное, как отдельный вид? Потому что есть территории, которые занимают много земли, крупные участки, и они регулируются совершенно иначе, нежели вот это дисперсное и это дисперсное. И на них определенно распространяются регламенты требования. А также в этих специальных сидят
То, что мы говорим, резервированные для общественно важных целей. Школы, детские сады, поликлиники, клиники, медицина, культурные, культовые. То есть те объекты, которые имеют общественное значение и также могут регулироваться на уровне участка. Потому что это целые комплексы, это целые кварталы могут быть, целые зоны. А здесь специализированные могут один участок, мы его резервируем и показываем. И в этом состоит логика и специфика, а не в том, что мы придумали там 4 и 5 функциональных зон, и дальше их склеиваем между собой и говорим, получается некая, значит, картина. То есть в основе немецкой классификации лежит правовая основа взаимодействия между видами использования с точки зрения земли, а не с точки зрения архитектуры. Ну и слева вы видите принцип плотности. Известная вещь, которая и в нашем СНИПе написана, последнем, что плотность измеряется отношением суммарной площади пола к участку. Вся проблема в том, где граница участка и как взять эту плотность. Вот это самое важное, и над этим мы дальше в Мюнхене поработаем. Как же произошла трансформация законодательства в Германии и Мюнхене от того славного 83-го генплана к современному виду документации? Она произошла таким образом, что все, что раньше называлось генеральными планами и схемами, они ушли вот сюда, влево, и называется informal planning, то есть это не юридически необязательная документация, которая разрабатывает власть, ориентируется для себя, но она не обязательна для физических и юридических лиц других. И сюда входят всевозможные интегрированные стратегии, отраслевые планы, территориальные схемы, разработки концепции районов. Вот огромное количество документов, которые местная власть принимает, разрабатывает, это поисковые документы, но они в конце концов выходят на два основных документа. Вот этот Land Use Plan – это квинтэссенция генерального плана, это то, что мы сейчас называем ПЗЗ и утверждаем как отдельный документ. По сути, это есть и должно быть главной частью генерального плана, утверждаемой. А Local Development – это то, что мы называем проект планировки, потому что этот документ является юридически обязательным для всех. И вот внизу вы видите, оно, правда, на английском, но в немецком языке то, что называется генплан и основная утверждаемая часть, называется подготовительный план зонирования, предварительный. А тот, который относится к проекту планировки, юридический документ, зонирование, имеющий юридическую силу. Вот принципиально отличие. То есть предварительно, ну и, грубо говоря, окончательно. Все, они переходят одно в другое, без каких-то резких скачков. Это принципиальная победа законодательства западного. И как оно работает в двух крупных городах? Вот столица Берлин и вот Мюнхен. Вот эта вся таблица, которая здесь на слайде, это берлинская типология планирования. И два чертежа, которые наиболее часто применяются в Мюнхене. Но масштабы разные. Вот генплан Берлина 25-50 тысяч, а Мюнхена 25-10. А проект планировки в обоих городах в тысячном масштабе делается. Ну а дальше отраслевые схемы, схемы контактных зон, градостроительные концепции, ландшафтные программы и также проекты планировки ландшафтных территорий, парков и так далее. Тоже обязательно документ, тоже делается в тысячном масштабе. На этом слайде два документа. Это последний генеральный план и ныне действующий генеральный план, который, видите, уже называется иначе. Вот старое название этого документа, а вот на немецком новое. Они, по сути, лингвистически иначе обозначают. Хотя, если вы посмотрите в состав и содержание действующего ныне по баварскому закону генплана, увидите вот такой состав. И удивитесь, что, в общем-то, он очень близок к составу той документации, которая требуется у нас в составе генерального плана. Но называется он почему-то Land Use Plan. Как я уже говорил, Мюнхен славится своей дружбой с окружением. И вы видите вот на этом слайде, вот он, маленький Мюнхен, а вот это вся территория, которая активно живет и работает. А вот это тот самый европейский метрополитенский регион, который юридически взаимодействует с Мюнхеном и очень успешно живет в количестве
более чем 5 или 6 там уже миллионов жителей. Вот основные чертежи нынешнего генерального плана. Вот он, утверждаемый часть, классический land use, а по сути ПЗЗ. И вот поясняющие схемы: зеленка, рабочие места, промышленность, офисы, обслуживание, полицентричность, основные места, основные районы жилья, рабочие места, вся транспортная инфраструктура и в первую очередь всех видов строительства. Что в результате этой работы над Мюнхеном получается? Получается, что зеленое пространство составляет 43%, вот эта голубая часть. Это в этом компактном городе, где очень мало земли, где все зажато, они умудряются получить 43% зеленых открытых пространств. На промышленность они отводят только 6%. И вот эти 6% делают экономику Мюнхена и Баварии лидером в Европе. Концепция генплана излагается очень простым языком. Вот здесь четко показаны основные приоритеты, на что обращает внимание генплан. И вот этот язык очень популярен сейчас графически в целом в Европе. Обязательно к этим схемам, к нашим сложным зонингам, которые никто ничего не понимает, прикладываются вот такие понятные вещи, на что обращает внимание город. Кроме вот тех тезисов 8, которые я вам называл. И вот этот слайд, обратите внимание, вы уже видели в составе документации, как распределение населения, там рабочих мест, обслуживание, бла-бла, это все известно. Но важно две фразы, которые говорит мэр Мюнхена. Если ты хочешь жить в городе, ты должен учитывать мнение соседей и помогать окружающим соседям. Кошмар, просто какой-то коммунизм. То есть, если ты приехал в город, имей в виду, что твоя жизнь зависит от мнения соседа. Если он на тебя пожалуется, тебе здесь не жить. А значит, ты должен вести так, чтобы ему было хорошо и тебе. Вот это понятие города, что это соседская община, это принципиальная концепция градостроительства, и она планомерно проводится в этом городе. И вторая часть очень важная. Вот эта вот таблица здесь приложенная, которая является экспликацией вот этих точек. Каждая эта точка имеет здесь какую-то цифру и обозначение. Но она там дальше продолжается. Так вот, в каждой точке четко фиксируется количество жилья, и обращаю внимание, и количество рабочих мест. Вот эта фишка, баланс населения рабочих мест, это регламент города Мюнхена, который прописывается в генплане, в проектах планировки, они везде вот это все балансируют на разных уровнях, начиная еще вот с тех послевоенных генпланов и до сегодняшнего дня. И тем самым достигает пешеходного города. Жилищная политика Мюнхена тоже достойна внимания, так же как жилищная политика Праги и особенно Вены. Мы ее детально рассматривали, и стоит остановиться на подходах Мюнхена. Ну, во-первых, кто является жителем Мюнхена? Ну, кто имеет первое или второе жилье на территории? Вот простой. Купите там себе квартиру, будете считаться жителем Мюнхена. Без всяких проблем. Но при этом имейте в виду, что это самое дорогое жилье в Германии, в Мюнхене. То есть надо иметь приличные деньги. Дальше. По закону Мюнхена население 60% имеет право на поддержку в получении и аренде жилья. А фактически получает 52% от ежегодного ввода. В Вене 90%. 90% в Вене получает поддержку в жилищном секторе. Ну, просто социализм. Третье. Что очень важно. Что такое нуждающийся? Нуждающийся в поддержке определяется по среднему годовому доходу семьи. Для одиночки это 19-22 тысячи евро в год. Семья с одним ребенком, там порядка 40 тысяч евро в год. Вот стандарт бедности, после которой тебя поддерживают в получении жилья. И так они выделяют 7 экономических групп, которые имеют разные права на поддержку и оплату жилья, которое вы или в аренду берете, или пытаетесь приобрести. Таким образом, фонд социального жилья, социальное жилье – это то жилье, которое нельзя приватизировать, оно только по льготным ставкам арендуется, составляет 15% в Мюнхене, в Вене 50%. Но на муниципальных землях в Мюнхене, то есть это городская земля, я пригласил туда инвестора, он строит, я говорю, так вот, 50%, что ты построил социальное жилье, 50% на продажу. От 20 до 40% жилья вводится жилищными кооперативами и товариществами. Что такое жилищный кооператив? Знаете, чем он отличается от
У нас практически в России очень ничтожное количество. Смысл в том, что это не девелопер строит, куда закладывает через банковые кредиты гигантские проценты, и потому оно очень дорогое. Кооператив строит фактически за свои средства, без всех этих накруток, и получается гораздо дешевле. Поэтому вот одна из концепций Минстроя, чтобы пытаться развивать вот этот класс жилья, тип жилья жилищного кооператива, который позволяет удешевить квадратный метр и сделать жилье доступным. Следующее, что интересно, Мюнхен 100 лет испытывает дефицит жилья. Каждый год они говорят, что нам жилья не хватает. При этом сегодня у них обеспечено 40 квадратных метров. А в 70-м году было 25, ну, побольше, чем в Москве. Что за закономерность? Очень просто. Дефицит жилья – обратная сторона экономического успеха. Чем успешнее город развивается, тем больше туда народу приезжает, тем больше возникает дефицит. Все время этот дефицит, ну как в Москве. И что они тогда делают? Хватит, говорит, строить жилье. И поэтому Мюнхен сейчас ограничил ежегодный объем ввода жилья 3500 квартир. Где-то 245 тысяч квадратных метров в год. Это смешная цифра для Москвы. А ранее это было 6, в два раза больше. При этом резерв в генплане Мюнхена точно посчитан. Там можно построить не больше 3,5 миллиона квартир по этому генплану. Все остальное в регионе. И все нормально. Смотрите, последний абзац. Третья часть жителей Мюнхена улучшает жилищные условия в регионе, где рента на 25% ниже, а стандарт площади на 50% выше. Ну, но другое дело, что хороший участок для жилья там выделяется в определенных местах. Это как минимум полгектара в радиусе 2 км доступности от станции метро, железной дороги, трамвай, электрички и так далее. То есть обязательно на узлах транспорта. Не в каком-то в парке, не в каком-то лесу, не в каком-то сельскохозяйственном поле. Это абсолютно на предусмотренных региональным планом урбанизированных частях. Схема, которая тоже из советского прошлого Баварии и Мюнхена. И она касается стратификации территории с точки зрения зонирования по детским садам и школам. То есть вы должны водить ребенка туда, где вы проживаете и где находятся границы вашего ареала. По каждому этому ареалу идет мониторинг, сколько у вас там сейчас жителей, сколько детей, как это меняется демография, как это влияет на эти детские учреждения. Синяя граница – это границы школ, а красная граница – детских садов. И задача такая, чтобы не конкурировали друг с другом детские сады и школы, чтобы они все были высокого качества, а не так, что как в Москве, там одна хорошая школа за 100 километров, и все, значит, на машинах туда, а рядом не хотят, потому что там плохая школа, сад. Они все должны быть хорошие, они все должны быть пешеходной доступности, и тебя обязаны принять вот в этом секторе, в этих границах этого района, где стоит эта точка, и где вы там проживаете. Вот так выглядит основной чертеж утверждаемый. Он выполняется в 10-тысячном, в 25-тысячном масштабе и является фактически основным документом той схемы зонирования нашего ПЗЗ, а ихнего генплана. Если мы его зумируем в системе ГИС, вот в 5-тысячном, мы видим вот такую детализацию. Выводим 5-тысячный масштаб, мы видим вот такую, где уже четко показаны участки, скажем, школьных, религиозных объектов, медицинских, культурных. А вот там, где это кружок, это означает, что границы участка не определены где-то в этом месте. Если это прямоугольник, квадратик и так далее, значит, границы этой функции жестко закреплены, и вы там обязаны размещать это. А вот здесь это должно быть определено проектом планировки. Вот эта экспликация к генеральному плану, к этой схеме, и эта же экспликация зонирования распространяется на проект планировки, обращаю внимание. То есть система зонирования одинаковая, что на уровне генплана, что на уровне планировки. Они мягко переходят друг в друга и выстраиваются вот в этой части. И как вы видите, здесь нету нигде природной территории, они вон внизу начинаются, потому что они не застраиваемы. И еще одно важное обстоятельство. У них есть вот такая штриховочка. Вот эта красная штриховка распространяется на застраиваемые территории, а вот эта вот зеленая на природные. И означает то, что мы называем сейчас территорией комплексной будущей застройки. Вот если она красная покрасилась, это значит комплексная будущая реконструкция. Причем в разном качестве. Вот эта тонкая, это значит частичная,
А вот это, значит, капитальная и первоочередная, с возможным сносом. Кроме вот этой системы регулирования, система морфологии, 47 морфотипов в Мюнхене, которые учитывают структуру застройку, историю, масштаб, очень много факторов, и тем самым создают уникальную среду, за которую мюнхенцы борются, хотя бы не на силуэте, но хотя бы планировочно. Третий элемент регулирования – это административное устройство и планировочные районы. Вот на территории Мюнхена 25 районов. И, естественно, они там делятся на другие образования, но кроме всего этого используют крупные сектора, которые принципиально отличают центральную часть города со своими подходами, западную и восточную, а граница проходит по реке Цара. И тем самым существует у них департамент планирования города на весь город, а также подразделение на вот этот сектор, на вот центральную часть и периферию. Вот это вот умение работать с крупными частями, со средними и с малыми, это очень важная профессиональная составляющая современного города. Что часто не хватает в Москве. Итак, проект планировки. Это главный юридический документ, который определяет образ города и конкретно его застройку. Вот так выглядит территория Мюнхена, покрытая проектами планировки. Собственно, если вы откроете московское СГД, вы увидите почти такую же картину. Набор вот таких вот отдельных осколков, которые не формируют целостность. И вот в этом есть специфика Мюнхена и недостаток по отношению к Вене, где вы видели, что вся Вена покрыта фактически сплошным проектом планировки. Вот даже хуже ситуация в Праге, ну а Мюнхен в этом плане немножко старорежимчик. Он как-то все время работает как секретная столица и все никак не хочет выложить в открытый доступ всю свою подноготную. Поэтому пока вот такие у них картинки. Мы идем дальше быстро, потому что скоро нас выгонят. Итак, как работают эти проекты планировки? Вот одна из территорий реорганизации. Сверху видите, как это в генплане до разработки проекта планировки. Внизу вы видите, как это уже зонирование более детальное после изменения функции промышленности. Вот так это выглядит уже реализуемый проект планировки, где определенная концепция зелени, плотности, композиции по отношению к шумным железным дорогам, которые окружают в застройке. Ну и такая модная форма контуров, рваных, острых, неправильных, как бы это характерно для исторической части, поскольку это довольно старая часть. Не буду долго обсуждать экспликации, это важно. Следующий район, то же самое, вот так выглядит этот фрагмент, который здесь показан как будущий проект планировки, вот он выглядит как состоящий из трех районов жилой застройки, где кружками показано будущее, где-то там внутри находящиеся объекты обслуживания, детские сады, школы. Вот он уже выполненный в виде проекта планировки. Детально специфика их подходов в том, что их красные линии состоят из трех цветов. Зеленых – это линия улицы, синяя – это линия участка, к которому здание должно подойти, и красная, здесь его нет, ну вот красная, это та линия улицы, которой подходит и участок, и здание. Вот три основных случая, они тремя цветами описали всю палитру записи правил застройки. И вот самое главное – как работают линии регулирования градостроительные, которые жестко учтены вот в этом реализованном уже проекте. Сверху видите его ПЗЗ. Но если вы сравните эскиз застройки, то вы увидите, что фактически нигде он не совпадает с реализацией. И это не важно, но совпадает другое. А. Плотность жестко контролируется, процент застроенности абсолютно выполняется, и этажность жестко совершенно отслеживается. Вот эти основные вещи, это аксиома их подхода. Ну и самое главное, вы видите, здесь все дворы без машин. Вот как они здесь показаны были, так они здесь реализованы, только на улицах, потому что везде есть подземные паркинги. И последний район, это конкурс, уникальный район, он
тоже в мировой практике обозначен. Был конкурс, выиграла команда Берлин и Голландия и разработала концепцию района устойчивого развития. Не буду перечислять особенности, наверное, вы понимаете, в чем особенность. Но запись концепции, как выстраивается, вот здесь количество схем, которые прописывают идею. Кроме концепции связности, концепции уникальности ландшафтного оформления линии связи. То есть на каждой вот этой уличке, проходу, проезды закладывается сразу своя система древесного озеленения, которая не похожа друг на друга, чтобы человек мог просто по зелени уже формировать облик улицы. Дальше идет зонирование транспортной связи, это все понятно, четко показывается, где на крупных участках запрещено строить, обязательно сделать озеленение. Записывается контур квартала, где квартал должен быть сплошной, а где он должен разорваться. Показывается, где ключевые узлы, где люди могут собираться, где формируются наиболее важные пространства ситуации по ориентации внутри этого района. И также прописывается, как они называют, грануляция района, то есть морфология этого района. Вот эти все концепции вместе дают, вернее не дают, сначала они обсуждаются на международном уровне, сопоставляясь вот этот Мюнхенский район с австрийским, который мы видели с вами в Вене, Асперн, обсуждается со Стокгольмским, это Сикла, известный район, который уже давно построен, ну и два других. И вот каждый ищет, в чем специфика, уникальность, опыт, это очень важное такое продвижение того, что мы все-таки в Мюнхене сделали тоже довольно уникальный. Особая концепция приватности разработана, там 4 уровня приватности и 2 уровня пространства общего пользования. И особо интересная концепция морфологии застройки. Они взяли один квартал небольшой и показали, что в этом квартале может быть целый город. Собрав из окрестностей прилегающих территорий основные морфотипы застройки конкретных зданий, они показали, что это, в принципе, все находится вот здесь, и вы, двигаясь внутри, вы можете ощущать себя находящимся в городе. И вот это было закреплено в проекте планировки. Вот там это были концепции, эскизы, а вот этот квартал, который вот так вот в этом виде и был прописан. Вот границы показаны застройки, вот границы улицы, а это вот территория, которую запрещено застроить. Все это в той типологии было зафиксировано. И вот идет сейчас реализация. Подготовленной территории, в первую очередь, формируется общественное пространство. Это самая главная особенность немецкого детального планирования, проекта планировки, что в проекте планировки делается проект общественных пространств, фактически на стадии рабочего проектирования. И сразу после этого можно начинать делать озеленение, формировать улицы, садить деревья в определенном порядке, а уже частники будут делать отдельные кварталы. Естественно, публичные слушания неформальные. Вот так активно жители, понимаешь, рисуют, дают предложения, которые вывешиваются вот таким образом на стендах. Это профессионалы все собирают свои, значит, архивы и обработают. Ну и вот основные уроки Мюнхена. То качество среды, которое она формируется, связано, естественно, с инвестиционной привлекательностью, трудовыми ресурсами, они взаимосвязаны. Самое важное – это пара зонирования в ГП и в проекте планировки. Что на уровне проектной планировки самое важное не только показать эскиз, а показать общественное пространство, которое обеспечит качество, потому что все видят, прежде всего, общественное пространство через застройку. Ну и очень интересно, в ГПЗУ никогда не вставляются максимальные параметры, которые делаются в проекте планировки. Вот у нас максимум сразу дается, а у них всегда меньше дает. На вырост называется. Любой район будет иметь право развиваться. Ну и регион и город, естественно, взаимодействуют, позволяют не увеличивать границы города. И заключительно краткая серия, все-таки уроки идеального города. Вот эти 3 слайда, 3 тезиса, которые вначале давал, они очень существенны. Сопоставление 3 этих городов по антропометричности говорит, что они все имеют очень похожие принципы, и у всех этих городов зона компактности одна и та же, 7-9 километров. Зона центральной, наиболее урбанизированной встречи, тоже похожа, 4-5 километров. И вот в этих схемах внизу это видно. Если мы наложим Прагу, Вену, Мюнхен на Москву, мы тоже увидим, что и в Москве, оказывается, идеальный город находится в границах
вот этого нашего нереализованного четвертого кольца, и центральная зона находится в границах третьего кольца. А дальше уже начинается фактически регион. Цифры очень важные. Чем больше зелени, тем меньше урбанизирован, тем выше плотность. Вот мы в Мюнхене видим 43%, в Вене 82%. 11 тысяч плотность в Вене, 8,5 в Мюнхене. Плотность по участкам тоже важный показатель, и застроенность. Какая же все-таки масштаб этих городов в этих идеальных городах? Прага рекомендует 1,82 плотность, Вена 2, Мюнхен 1,5. Ну, переводите, умножайте на 1000, получится московские принципы расчета. Застроенность Вена и Мюнхена 40-60, максимум 60, Прага 25-45. И максимум 4,8, 4,7, 4,7. Вот этажность, которая там строится. Если их сопоставить между собой, Прага, у Праги лучший генплан, Вена лучшая система градостроительной документации, Мюнхен лучше чертеж проекта планировки, если мы хотим у них взять что-то самое хорошее. Мюнхен номер один по инвестициям, Прага номер один по архитектурному облику, Вена номер один по жилью. Что такое идеальный город? Это Прага плюс Вена плюс Мюнхен, по этим показателям. Выводы. Город становится компактным, если формируется с преимуществом малых скоростей передвижения, то есть становится антропометричным, малых скоростей. Планировочное районе города на масштабное многофункциональное градостроительное образование является важнейшим условием его антропометричности. На законодательном уровне необходимо пересмотреть правовой статус зонирования в ГП, ПЗЗ и ППЭ, потому что только зонирование в ППТ может регистрироваться в кадастре. Нас сейчас требуют, чтобы ПЗЗ регистрировалось в кадастре. Еще это дает? Ничего не дает. Это будет просто архив. А вот если регистрируется проект планировки, это железная юридическая документация всех землепользователей. И последнее. Основные градостроительные документы из СГД должны быть в цифровом виде в открытом доступе на ГИС-портале, как это в Вене. Закон, в кавычках, закон работает, если имеет публичный контроль. Все, то есть ни мэр, ни государственный контроль никто не способен спасти, только общественный контроль. Если наша документация в открытом доступе всем доступна. Все видят, как город развивается, как он меняется, и говорят, нет, не туда, пошли. И мы тут же реагируем. Спасибо за внимание. Уложить. Две минуты. Да. Две Спасибо минуты. Большое, Александр Николаевич, за такую насыщенную лекцию, потому что вот, ну, лично я слушала практически все три лекции дважды, и мой интерес не стихает. Вот я бы хотела, наверное, вот сейчас буквально уделить пару минут на вопросы, 1-2 вопроса. Да, пожалуйста. Вот, потому что без них все-таки нельзя. Но поскольку времени у нас не так много, кто первый? Есть желающие? Ключевые вопросы. Ключевые вопросы, да. Можно? Да. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот тезис, что город должен изменяться, идеальный город, вот как это, ну, допустим, в Мюнхене, вот в этих регламентирующих документах, как это реализуется? Значит, город меняется из города автомобильного, да, в город пешеходный. Если вы посмотрите на Мюнхен даже 10 лет назад, то он принципиально поменялся. То есть это был такой немножко деревенский совершенно город. Да, там была история, были красивые машины и красивый пригород. Но ходить там нечего было, некуда. Формирование вот этой социальной среды, ориентированной на человека, сделало из Мюнхена туристский центр. Он сейчас наиболее активно развивается. Значит, прежде всего, ландшафт благоустройства, естественно. Естественно, регенерация жилой среды постоянно идет, потому что качество лечится. Там они доделали ошибок в свое время в 70-х годах, даже Кимбы, понастроили дешевое жилье, особенно на юге. Огромные жилые районы социального жилья, и даже панельные. Сейчас это проблема реорганизации. Все периферийные крупные районы у них сейчас на счетчике трансформируются в новые виды. Вот вы видите, по конкурсам проходит все это. После них делается документ, ну и происходят изменения. То есть вот это ощущение не только визуально, но если вы посмотрите все сайты этого города, они все строятся на том, что вот смотрите, вот здесь что-то поменялось, вот здесь в культуре поменялось, вот здесь в среде, здесь вот такая новость. И это не просто ради того, что новое это хорошо, а в том, что это на самом деле происходит. Поскольку интерес
к среде. Интерес, вообще слово интерес возникает тогда, когда возникает новое. Это закон. Любой ребенок игрушку выбрасывает, когда ему она уже надоела, неинтересно, он тут же хватает новую. И так любой человек, ему всегда интересно, что он не видел. Поэтому вот эта концепция все время какой-то новизны на базе естественной истории, это непростая вещь, но это стратегия. Ну, а сама технология, это что надо, менять каждый раз land use вот этот план, или как? Ну, каждый раз, естественно, мы не можем, там собственники, там собственники, да, и... Не стоит задача, что вот так, завтра, чтобы ты забор этот убрал. Так, а ты завтра магазин закрой, открой там паб какой-то. Они формируют стратегические программы. Экологически ориентированные сейчас. И вот весь город перестраивается на новую экономику, новую экологию. Это определенный взгляд на все вещи. Они должны его пересмотреть. Что будет следующим этапом, трудно сказать, но сейчас это вот экологическая фишка, что называется, номер один, здоровый образ жизни, экономия ресурсов в дорогом городе является их достоянием. Вот они планомерно проводят это в промышленности, в жилье, в ландшафте, и оно как бы наглядно можно наблюдать. А так сказать, что, конечно, вот там в паспорте, чтобы было написано, что через 5 года ты менял фасад, ну такого, конечно, нет. Есть еще вопрос? Но если нет, тогда мы еще раз давайте поблагодарим Александра Николаевича. Спасибо, коллеги, спасибо. Спасибо. Спасибо большое за весь цикл. Мы будем очень рады видеть вас у нас снова. Может быть, с продолжением этого цикла, может быть, с каким-то новым. Вот, так что спасибо большое спасибо. Институту генерального плана Москвы за такие прекрасные лекции, которые он у нас организует. Спасибо, любите градостроительство и помогайте всем нам. Там, кстати, а коровки 20. Нет, 20.
Я
когда звание не выдали, иначе проблемы. Ключики открыли, возьмите.